эти фалмеры, они вмерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каир не душ жить. А ты еще откуда? А ты еще откуда?
всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. А ты еще откуда? Впечатляет, но и только. Вы лишь оттягиваете собственную смерть. Берегись, он сейчас обрушит потолок. Наверху, на балконе. Пошли. Хватит, Вирту. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Ты? Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауриэль. И в том
тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля мне не дотянуться, но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим, есть ли в этой крови какая-то сила. Thank you.
так, дело сделано. Восстановление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв, и преданные больше не имеют власти над ним. Что? О чем ты говоришь? Вампирам? Понятно. Это многое объясняет. Глубоко внутри я чувствую радость, что непреданные виноваты в произошедшем. Потому что это означает, что надежда еще есть. Когда-нибудь они смогут забыть свою ненависть и научиться снова верить Паурелю. Много времени прошло с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Спасибо вам обоим. Вы рисковали всем, чтобы добыть лук Аурелия. И к тому же вы восстановили храм. Я не могу представить более достойного хранителя для этого лука. Если ты хочешь больше узнать о луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить. Если какая помощь нужна, только попроси. Говорят, это был лук самого Аурелия, и именно с ним он вышел на бой с войсками Лорхана в стародавние времена мифов и легенд. Нет равных этому луку во всем Тамриэле, а может быть и за его пределами. Лук черпает свои силы в самом Этериусе, соединяясь с ним через солнце. Благодаря этому стрела, выпущенная из этого лука, наделена магией. Она обжигает словно огнем. Вообще-то, это только часть его свойств. С солнечными стрелами ты добьешься еще большего эффекта. Они вызывают вспышки солнечного света, окутывающие твоих врагов. Солнечные ожоги болезненны для всех, но особенно трудно их переносить нежити. Ну, если предварительно обмакнуть стрелу в кровь и выпустить ее из лука, это может привести к совершенно другому эффекту и извратить назначение этого оружия. Если, конечно, у тебя хватит безрассудства попробовать. Вообще говоря, я могу тебе помочь. Если ты принесешь мне несколько хороших эльфийских стрел, я проведу соответствующие ритуалы. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Само собой. За один раз я могу... Я боюсь, мне понадобятся эльфийские стрелы, если ты хочешь, чтобы я изготовил тебе солнечные. А у тебя, похоже, ни одной такой нет. Прощай, друг мой. Пусть тепло Аурелия даст тебе сил. Он сияет не так сильно, как я ожидала. Но все же он прекрасен. Я думаю, мы оба это знаем. Пора встретиться с моим отцом. Если мы этого не сделаем, он до конца жизни будет за нами гоняться. Я давно об этом думаю. Это будет непросто. Но другого варианта, похоже, у нас нет. Нет, все закончится здесь и сейчас. Если мы сейчас попробуем вломиться в замок через главный вход, нас встретит орда его друзей. Нужно сначала вернуться к Израну и выяснить, что мы имеем. Готова спорить, он поможет нам парой-тройкой мечей. Если какая помощь нужна, только попроси. О, что это? Есть что-то хорошее?
приятно снова встретиться. Тебя лук Ауреля. Я читал сказания о нем, но и вообразить не мог, сколь он прекрасен. Несомненно, нельзя говорить о победе, пока Харкон все еще жив. Но что насчет Сирана? Можно ли ей доверить поднять меч против своих сородичей, своей семьи? Но, полагаю, на большее надеяться и нельзя. Позволь, я обращусь к Страже Рассвета, и мы выступим. Люди должны знать, что удача все-таки улыбнулась нам. Всем собраться. Пойдем, у нас не так много времени. Слишком долго мы позволяли вампирам отравлять ночь и убивать наш народ. Теперь у нас есть способ отплатить им той же монетой. У нас есть лук Ауреля. Мы должны действовать. Сами боги благословили нас. Настало время положить конец Харкону и его нечестивому пророчеству. Мы нападем на их логово и уничтожим этих мерзких тварей, чтобы они не смогли осквернять наш мир. Это наш бой, и это наша судьба. Настало время Стражи Рассвета! Убить чудовищ! Момент настал. Пророческий конец. Теперь мы отправимся за ними. Собери вещи и отдохни как следует, друг мой. Встретимся перед замком Волкихар. Только слухи или давным-давно кончил он тем, что превратился в вампир. Яром не решился убить собственного сына.
один вампир не должен уцелеть. Найти! Ни один не должен скрыться! Уничтожим всех до последнего! За стражу! За Скайрим! Сирана, моя милая, я смотрю, ты не оставила привычку держать питомцев. Ты знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Ты разочаровываешь меня, Сирана. Ты пренебрегла всем тем, что я дал тебе. Ради этого жалкого существа. Ты дал мне? Ты в своем уме? Ты уничтожил нашу семью. Ты...
ты убивал других вампиров, и все из-за какого-то пророчества, которое мы даже понять не можем полностью. Хватит с меня. Ты не тронешь его. Я смотрю, у дракона есть клыки. В твоем голосе чувствуется ядовитое влияние твоей матери. Как ты сейчас на нее похожа? Нет. Потому что, в отличие от нее, я тебя не боюсь. Больше не боюсь. А ты... Похоже, я обязан тебе тем, что моя дочь выступила против меня. Я знал, что рано или поздно она вернется с ненавистью в сердце. Не такая страшная цена за благо для всего нашего рода. Да, конечно, благородный охотник на вампиров. Что будешь делать, когда уничтожишь меня? Кто будет следующим? Валерика? Сирана? Тогда моя дочь воистину потеряна навсегда. Она мертва с того момента, когда приняла смертного в свою жизнь. Да, действительно. Разговор с тобой и дочерью предательницей начинает мне надоедать. Я дам тебе единственный шанс отдать мне лук. Второго не будет. Ну тогда ты не оставляешь мне выбора. Кончится здесь.
все. Он мертв, а с ним погибло и пророчество. Я полагаю, тебе нелегко. Думаю, отец на самом деле умер давным-давно. А это был конец чего-то иного. И я сделала, что требовалось. Вот и все. Думаю, ты сделала больше на самом деле. Благодарю тебя. Ну, вот, дело и сделано. Пока не знаю. Вероятно, я пока останусь со Стражей Рассвета. То есть, пока меня они терпят. Они достойные воины, и, полагаю, теперь они осознали пользу от вампира на их стороне. Конечно, если ты планируешь и дальше путешествовать. Это я и хотела услышать. Итак, зверь уничтожен. Кроме того, лук Ауриэля теперь в надежных руках. Теперь его сохранность станет задачей Стражи Рассвета. Пророчество никогда не должно сбыться. Скайрим обязан тебе. Пусть этих вампиров больше нет, но битва не окончена. Когда мы вернемся в форт, у нас снова будет много работы. Мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Да. Если ты считаешь, что это поможет. Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь.
Похоже, тебя что-то беспокоит. Что такое? Что? Это точно? Тогда ничто не мешает моему возвращению в Камриэль. Позволь мне собрать кое-какие вещи, и я отправлюсь обратно в замок Волки Хар. Благодарю тебя от всего сердца.